чем вам можно помочь. Я уже сказал, денег нам не надо, никаких там, денег у вас и нет, там уже ни у кого, включая американцев. У нас есть, а у вас нет, так что непонятно, кто вам помогать должен. Вот, нам другое надо. Смотрите, в стране, в России разворачивается маховик репрессий. Двойные стандарты европейские состоят в том, что когда речь идет о 11 политзаключенных в Беларуси, то вводится санкция, да, есть списки черные, куда внесем Лукашенко и так далее и тому подобное. В России, вот прямо на ваших глазах, да, число политзаключенных растет каждую неделю. Вопрос, что Европа сделала для того, чтобы этот маховик остановить, кроме необязательных резолюций Европарламента, которые, кстати, принимаются благодаря в том числе Эммануэлису, но не только. Вот что делается? Вот конкретно. Или дождемся, когда ГУЛАГи уже будут в полном объеме возрождены. Да, поэтому я считаю, вот это сейчас ключевой вопрос. Дальше. У нас работала общественная комиссия по расследованию событий 6 мая. Я вам должен сказать, это беспрецедентное для России расследование. Было более 600 опрошенных свидетелей, которые утверждают следующее, что готовилась путинскими полицейскими сознательная провокация для того, чтобы запустить вот эту машину репрессий. Да? Дальше. Мы с удовлетворением отмечаем, что международные правозащитные организации решили свое расследование провести самостоятельно. Мы готовы всячески содействовать международным организациям. Здесь вот Оля Романова присутствует, она член этой комиссии. Вот здесь Сергей Давидович, я не знаю, в зале или нет. Вон он там вообще куда-то спрятался. Рядом с российским посольством он сидит. Правильное решение. Вот. Все-таки он у нас самый умный, конечно. Вот. Оля Левшин, здесь много как раз людей, которые этим заняты, но я считаю, что расследование международное должно закончиться одним. Эти люди должны получить статус политзаключенных, и в отношении этих людей должны быть решения. Вот Илья Пономарев, его помощник, разложили, да, он сейчас находится в тюрьме. Над ним издеваются. Да, это кошмар, понимаете, что происходит. Вот, и при этом официальная пропаганда представляет это дело так, что это шпионы, там, негодяи, дебоширы и так далее и тому подобное. Если же говорить о действиях международных организаций, то ведь Развожаева схватили в Киеве, когда он уже подал заявление о том, что он хотел получить ООНовский статус беженца. Это заявление он подал, а ООН до сих пор не принял решение, что он беженец. Вот до сих пор. Вот Илья ездил в Женеву, там мы с ним говорили на эту тему и так далее. Что сделано? Ответ: ничего не сделано. Просто ничего. Вот, теперь одно замечание по поводу того, что сказал Александр Владимирович. Я не очень понял, может быть. Мы в России против санкций, против государств. Это точно совершенно. Поэтому мы все оппозиции поддержали отмену поправки Джексона-Вейна. Но мы за санкции против жуликов, воров и убийц. Я так понимаю, вы поддерживаете эту линию или нет? Я всегда был за точечные визовые санкции, которые у нас были. Я просто тогда не понял. Я про Беларусь говорил, где России советы не даю еще, не созрел. Ну почему, можно и нам давать советы. Нет, ну если это так, то это нормально. Дело в том, что, понимаете, я буду первым, кто будет против выступать этих санкций или этого Магнитского, когда в стране будет суд. В России. В России нет суда. Есть судилище, есть ФАС, есть трэш. Я не знаю, есть фрики какие-то в матери судей. Все что угодно есть, только суда нет. Вот сидит Романова, у нее здесь, к счастью, а муж у нее в тюрьме находится, по сфабрикованному делу. Да? И невозможно этому суде ничего доказать. Поэтому, конечно, когда будет суд в России, я первый поеду вот там в Вашингтон, в Брюссель, если вы отважитесь принять наконец закон Магнитского, будут требовать отмены этого самого закона Магнитского, поскольку наш суд независимый, когда он, надеюсь, будет, сам разберется с нашими же негодяями. Вот. И последний по поводу виз. Значит, я скажу позицию, которую товарищ большинство разделяет. Мы за отмену виз с Европой, но для граждан. Мы считаем, что то, что вы там исполняете, цели по поводу виз для жуликов и воров, вы укрепляете этот режим. Просто вот, лично. А дальше вы еще вот что делаете. У них же задача, главное, убедить Магнитского.
Вы, собственно, уже молодцы, вы уже помогли. Представьте себе, вы отмените визы для жуликов и воров, а после этого даже примите закон о Магнитском. И что? Что они потеряют? Визы у них и так нет. Дальше. Надо понимать, что если вы им дадите визы, то у них никакого интереса, бороться за безвизовый въезд для простых граждан не будет. И мы никогда, вот я имею в виду, просто нормальные люди российские, никогда в жизни не получат безвизовый въезд. Надо наоборот сказать, надо сказать так, ребята, вы получите в последнюю очередь безвизовый въезд. Вот вы сначала народу дайте русскому визы, вернее, отмените визы, а потом уже вам отменим эти самые визы. Это же вообще, я не понимаю, вот все с умным видом говорят там про какие-то там поддержку демократии, а сами делают ровно наоборот. И самое последнее, мы часть европейской цивилизации, России. Да, мы, безусловно, хотим, чтобы это было не просто фигура речи и воспоминания о Пушкине, Достоевском, Толстом, Мандельштаме, остались только воспоминания. Мы хотим, чтобы это было по факту. Мы считаем, что если Украина и Беларусь станут демократиями, то у России шансов стать демократией будет больше. Мы бы, правда, не хотели, чтобы противопоставлялись взаимоотношения между странами их курсу. Я понимаю, что это и по факту происходит, но тем не менее усугублять это не надо. Поэтому я считаю, что не разделять надо вектор России, европейский, белорусский, украинский, а их совмещать надо. Я понимаю, что Европе, которая прогибается под Путина, не по зубам, да, даже говорить о партнерстве с Россией, я имею в виду и с Россией, серьезное партнерство. Вот, но мне представляется, что все-таки малодушная позиция, она, на мой взгляд, неправильная, она опасна. Спасибо. И на этот раз Козман хотел еще одну реплику, так что давайте очень коротко тогда. My name is Zori Maspredis, I'm from News Radio Vilnius, and I would like to ask Mr. Leonid, you said that in your presentation that Russia has already accepted Baltic's independence, psychologically accepted, geopolitical elite. What do you think, when Mr. Putin will come to Vilnius as a president of Russia? It will happen someday or not? What's your perception? Я не знаю планов господина Путина, я не знаю, приехал сюда или нет, я думаю, что, честно говоря, не имеет особого значения. То есть, нет, наверное, это имеет какое-то значение для российско-литовских отношений, но в глобальном плане это не имеет никакого значения. Я сказал, что российские элиты приняли независимость балтийских государств. Это означает, что, в самых таких мечтах о восстановлении империи, российского сообщества, как угодно называется, да, в этих мечтах входит туда Украина, Белоруссия, Казахстан, Республики Средней Азии, бывшие Советские Республики Средней Азии, Молдова, но в них точно не входят Литва, Латвия и Эстония. Вот к этому, наверное, печальное какое-то отношение, наверное, часть нашей элиты считают, что литовцы, эстонцы, латыши неблагодарны, я не понимаю, как много мы для них сделали, как мы их освобождали от самих себя, там, ну, не знаю, и так далее. Вот. Но они понимают, что это уже прошло. Вот это уже прошло. По Украине, Белоруссии и по другим странам они этого не понимают. Вот в этом на самом деле разница. И поэтому для Украины, Белоруссии экспансионистские определенные тенденции, которые, безусловно, существуют в нашей политике, они могут представлять опасность, а для Литвы, Латвии и Эстонии они опасности, с моей точки зрения, представлять не могут. То есть мы можем быть соседом, как я сказал, можем быть соседом для вас не удобным, но не опасным. Вот, ну, если говорить совсем понятно, да, наши танки сюда не придут больше никогда. Вот, вот не будет в Литве русских танков. Вот в этом я абсолютно убежден. Вот. И я хотел продолжить то, что сказал Борис насчет того, что и по пути не будет. Я хотел продолжить то, что сказал Борис, собственно, в ответ на вопрос Андреуса.
что мы можем сделать? Я полностью согласен с тем, что Боря говорил, естественно, с оценками насчет этих виз с чиновниками. Это, конечно, просто полный кошмар. Я не понимаю, как можно было на... Как можно было на такое пойти? Как можно было дать привилегии? Как можно было дать привилегии как раз тем людям, с которыми как бы и вы, и мы в определенной конфронтации? Но есть еще одна вещь, которую я бы, например, очень приветствовал. Мне кажется, ее не было сделано в 90-е годы, и она не сделана сейчас. Я сейчас имею в виду, что она не была сделана с западной стороны. Вот знаете, когда в 91-м году, в августе 91-го года, мне вот повезло, что я был в Москве в тот момент, а не в отпуске, поэтому я был у Белого дома, там был такой самодельный плакат о дружбе двух белых домов. Белого дома американского, Белого дома российского. Ну и там они там как-то руку друг другу пожимали по этим зданиям и так далее. Вот. Понятно, что речь шла не только о российско-американских отношениях, а о отношениях России с Западом в целом. И вот тогда для таких людей, как мы, и для очень многих в стране, интеграция оказалась абсолютно естественной. Тогда, если бы вы спросили человека, любого среднего человека, должна ли Россия стать членом НАТО, членом Европейского сообщества, и так далее, он бы вам, конечно, сказал «да». Это был естественный путь. Сейчас мы, к сожалению, упустили то окно возможностей и упустили не только из-за наших лидеров, но из-за ваших лидеров тоже, на самом деле. Потому что, допустим, я помню несколько лет назад, даже в конце 90-х, по-моему, конференция была, которую делал IDU, International Democratic Union, и там британская консервативная партия, консерватор Британии, подготовили доклад о будущем НАТО на там, 30 или на 50 лет вперед. Такой толстый доклад, я, значит, сижу его листаю, ищу, где же про Россию. Ну, интересно же, да? Мне это интересно про Россию, естественно. Вот. Нашел. Полторы строчки. Было написано, что будет продолжена программа партнерства во имя мира. Partnership for Peace. Ну, дорогие друзья, это же бред. Это просто бред. Потому что партнерство во имя мира – это переходная программа. Это переходный период. Ну, переходный период, да. А дальше что? А дальше что? И я говорил тогда, и вот тогда я говорил, вот сейчас хочу сказать, слушайте, может быть дорожная карта на 50 лет, вот на 50 лет, на 70 лет, но она должна быть. А от Запада, мне кажется, очень важно, чтобы было сказано, Россия должна быть полноценным членом европейской, атлантической, как хотите ее назовите, цивилизации. Россия должна быть членом всех экономических, военно-политических и прочих союзов. Потому что это единая цивилизация, действительно единая цивилизация. Да, да, сейчас мы от этого дальше, чем мы были в начале 90-х. Конечно, дальше. Но из этого ничего не следует. Должна быть дорожная карта, должно быть сказано, что нужно сделать это. Этих пунктов может быть 150, которые надо сделать. Да? И план может быть на 50 лет. Но он должен быть высказан, потому что, ну, вот мои коллеги не дадут соврать, очень часто, когда мы спорим внутри страны, мы спорим об отношениях России с Западом, нам говорят, так они-то нас не хотят, они-то нас не хотят принимать, они хотят нас принимать, в лучшем случае держать как бедных родственников в подвале, вот тот же Partnership for Peace, это совершенно не годится. То есть мне кажется, что отсюда, Брюсселя, из Вашингтона, отовсюду, да, должны идти сигналы, что вы считаете нас, несмотря ни на что, несмотря на те неприемлемые абсолютно вещи, которые происходят у нас сейчас, но стратегически вы считаете нас партнерами и союзниками. Вот этого от вас сейчас не идет. И это накладывается на те конкретные безобразия, о которых говорил Боря, и делают их еще более деструктивными. Спасибо. К сожалению, у нас совсем...